Боль под лопаткой, боль в области лопаток, боль в области спины, которая ограничивается лопатками. Есть два случая в жизни человека, когда мы ни в коем случае не должны терпеть боли. А именно, это сердечные боли и боли в области лопаток и боли между лопатками. С чем это связано? Это связано с тем, что, во-первых, если боли в области сердца вызывают у нас страх смерти, психостенизацию, психопатизацию, то боль в области лопаток, боль в области лопатки, левой или правой, боль в области спины между лопатками, грозит нам депрессией не с точки зрения нашего психического поведения, а с точки зрения состояния проведения электроимпульсных сигналов и системного и лимфатического кровообращения.